Анна Леонова. Анна Васильевна родилась в Забайкалье. По образованию учитель, отличник народного просвещения. Пишет лирические произведения, прозу, почерки, критические статьи. Публиковалась в российских, региональных и городских газетах и журналах, литературных альманахах, в антологии. Лауреат районной премии имени Комарова. Дипломант газеты «Зейские огни». На некоторые произведения написана музыка. Автор 4 сборников стихотворений. Здравствуйте все, уважаемые собратья по перу и любители поэзии. Я прочту вам свое стихотворение, которое, в принципе, я хотела сегодня спеть его романсом, но, как видите, я не в форме сегодня для того, чтобы петь и танцевать, поэтому я вам просто прочту. Стихотворение значимое посвящено всем поэтам. Не зовите меня даль миров почерневшие тучи. Я нужна еще здесь, на продрогшей от мрака земле. Через 1000 лет знаю я станет чуточку лучше на забытой моей самим Богом родной стороне. Тьму рассеет крылом, а подвластной белой вороне расквитаться бы нам с тем, кто землю на откуп рубил, кто плодил подлецов, но трезвонил про заморскую блажь и про рай приценивших трубил. Сейчас подскажу. Я уйду на покров. Ничего, ничего, мы подождем. Когда снегом святым на покров вступит поздняя осень и сотрет на земле тот оскал, что посеяла ложь, я уйду, но вернусь. Может быть, через век, через осень, когда снова дожди окропят недозрелую рожь. Свежий розовый бутон окунется в соленые слезы. Этот мир мой не тот и не та, дорогая страна. Может быть, обо мне будут помнить в России березы, старый клен во дворе, дальних сопок крутых череда. В ранний утренний час закричат зоркоглазые птицы. Занимались заря, разольет ярко-алую кровь, и ромашка, стряхнув бисер роз запустивших ресничек, круговерки земной даст надежду на мир и любовь.